ребята, сегодня будем съемку вести опять на троллинге. Сегодня буду я и Серега, как обычно, несменный мой, как говорится, боцман. Вот. Так что смотрим. Раннее утро. Ну сколько раннее? Без 15:08. Ну, будем стартовать, смотреть ветерок небольшой. Будем искать, где заветрие. Ну и будем троллить. Ну так что, ребят, смотрим. Вот наша яхта «Победа». Приготавливаемся на выезд. Ну вот, ребята, мы выходим. Погода ветреная, небольшая волнишка. Боцман у нас готов. Уже сейчас блефунтить. Вот, так что, ребята, смотрим. Надеюсь, будет интересно и забавная рыбалка. Знаем, как говорится, рыбалку. На этом спиннинге у меня шадраб с кривым носом. А на этом использую минораб, где-то на 6 метров выкинул его. Ну вот, ребята, только, как говорится, вышли. Вот такой вот карандаш, первая поклевка, недомерок. Ну, будем отпускать. Так выкинул небрежно. Целовать забыл. Ну вот, первая поклевка удачная. Правда, недомерок. Но, как бы там ни было, все-таки клев, как говорится, должен быть, очевидно. Фигово, что снимать не могу. Вот, вот когда Серега будет тащить, тогда буду съемку вести, процессы вываживания и так далее. Одежда, как видите, по-зимнему, потому что ветерок. Вот мужчинка рядышком, лодка, наверное, достал что-то, заводит. Ну, насчет качества, ветер небольшой, может быть, звуковые помехи какие-то будут. Вот. Использую, значит, на одном спиннинге минораб 3,3 заглубления, ну и шадраб. Ну, сейчас здесь мы выйдем с заливчика, будет чуть поглубже, можно будет и, соответственно, в обе раза пустить чуть поглубже. Вот ребята идут тоже куда-то в небытие. Это Серега. Штурман, лоцман и боцман в одном лице. Тут ребят тоже ходят. Ну вот, была поклевка. Правда, сход, наверное, может, какой метр протащил. Поклевка была на ратлин. Запустил по новой, там видно будет, что у нас было. Ну, час, наверное, мы прокатались в ноль. Нет. Сереге тоже что-то трепыхнулось. Ну, пока, как говорится, по нолям. Серега достал. Инструмент. Вот такая где-то под пушечку, но в заглот. Это ж крючок торчит с другой стороны. Щучка.
еле держится. Ну, спокойно, спокойно, спокойно. Ну вот, видишь, с почином. С почином ты уже давно. Пока я тут гуся за шею таскаю. Серега уже вторую щеку заломал. Как я уже говорил, была пауза. Часа два вообще в ноль. Сейчас какие-то движухи появились. Одного подлещечка забагрил, его отпустил. В общем, Серега меня делает, а я пока в ноздрях ковыряюсь. Наконец-то мне улыбнулась удача. Удачок такой, ну, кило 200, может быть. Такой солидненький, солидненький. Тут поклевочка. Одного шнурка взял. Не знаю, насколько он мерный. Конечный результат. Рыбалка закончена. Честно сказать, я не очень доволен. По две штуки поймали. Вот, ну, слава богу, хоть так. Тоже очень большие перерывы были между клевом. Вот. Сначала вроде как выходы были, потом пауза вообще двухчасовая в ноль. Даже загибов никаких поклевок не было. Вот. А потом один момент, как бы. Я наверстал упущенное, то бишь поравнялись с Серегой. Вот. Ладно, всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал, смотрите. И радуйтесь, что ли.